Я вложила все силы в поиски. Силы, о которой мне поведали столетия назад. Неподвластной времени, всезнающей, прожорливой сущности, такой близкой к нашему миру, но недоступной. Пока не появился он, Фрэнк Стоун, мой ключ, мой убийца. Я Августина Либер, и я изменю наши миры навсегда. Полагаю, ты здесь ночной сторож? Ага. Ты один? На всю эту площадь? Нет. Есть помощник. И где он сейчас? На смене? Тип того. Мерлин ходит, где ему вздумается. Мерлин? Мой пес. Доберман Пинчер. Лучше друга и не сыскать. Верный просто до гробовой доски. Ему верю больше, чем себе. Ага, ты и твой пес. Мерлин. Мерлин. Вы двое охраняете весь завод. Знаю, знаю, многовато. Но, между нами говоря, работу мы выполняем. Ну, не пойму, куда он пропал сегодня? Может, я его спугнул? Спугнул? Хорошая шутка. Я Томас Джефферсон Холт. Можно, Том? Сержант Сэм Грин. Ты вроде не из прихвостней Кусича. Капитан направил меня к шерифу Кусичу в качестве подмоги на время этого расследования.
А, из-за пропавшего мальчишки? Именно так. Здесь происходило нечто подозрительное? Сегодня? Сегодня, последнее время, да вообще. Нет, ничего. Да? Ничего. Ты, блин, можешь мне не верить. Спроси шерифа. Шериф Кусич был здесь? Он приходил вчера вечером, выспрашивал то же самое. И я ему рассказал то же, что и тебе. Быть не может, чтобы мальчишка был здесь, а мы с Мерлином ни сном, ни духом. А что сказал шериф? Ладно, Том. Потом он сел в машину и укатил. Хм. Хочешь сказать, что никто толком не проверял завод и не искал здесь мальчика? Под словом «никто» ты и Мерлина имеешь в виду? Нет, Том, вовсе нет. Я про следователей людей говорю. Ну тогда, Сэм, не могу поспорить с твоим умозаключением. Не возражаешь, если я смотрю территорию? Никаких возражений. Ну так все закрыто на ночь. Это не проблема. Есть еще Мерлин, конечно. Конечно. Увидишь его, скажи, я его ищу. Спасибо за помощь, Том. Рад служить. Конечно. Все позакрывали на ночь. Окно открыто.
Можно внутрь пролезть. Тише едешь. Заперто. Эй! Есть кто? Полиция! Здесь. Слушай, Грин! Сержант. А, да, конечно. Это... Ты не видел Мерлина, так ведь? Не, прости. Рядом? Не, да, просто... Боже, ты не чувствуешь эту вонь? Обоняние давно отказало. Довелось лично познакомиться и подружиться с горчичным газом, сидя в окопах. Это своего рода даже дар. Надо выяснить, откуда идет запах. А чем пахнет? Не цветами.
куда ты подевался? Вернись, песик! Ёшкин кот! Хотел бы я вас представить друг другу, как полагается. Ах, черт побери. Это ты для него достал? Нет. Похоже, кое-кто нашел путь к сердцу твоего песика. Через желудок. Быть не может. Мы с Мерлином команда. Кто стал бы лезть между человеком и его другом? Это что? Сосиски, что ли? Вы только гляньте. Вот же псина. Это не того мальчика, которого ты ищешь? Доказательств нет. А если... Сделай одолжение, отбрось эту мысль. Все твои догадки сегодня слегка мимо кассы. Это был за звук. Держись сзади. Так, а это что такое? Решетка? Да, для чего она? Ну, для печи, наверное. То есть ты не знаешь? Эй, я работаю при заводе, а не на. Назад. Ладно. Возьми. В машине рация. Свяжись с участком.
Куда ты собрался? Ты правда думаешь, что мальчик внизу? Я не уверен, но нутром чую что-то нехорошее. Эй, и вот это еще тоже возьми. Обязательно передай шерифу. Боже, я не знаю. Мне нужна твоя помощь, Том. Правда нужна. Я не уверен, что годен для такого, дружище. Не зря есть такая штука, как призвание. Ответь на этот зов. Ты справишься. Я... Ага. Я справлюсь. Эй. Я надеюсь на тебя, Том Холт. Чёрт! Черт, тут целый лабиринт.
Наверное, сюда. Меня сейчас тошнит. Чем дальше, тем подозрительнее. Боже мой. Само пекло.